Так, здравствуйте, дорогие мои друзья. Ну вот, видите, до озера я дошел впервые, наверное, недели за две, что ли. И вот такое событие, ну, достаточно, может, для кого покажется совершенно незначимым, но я в этом вижу какой-то знак силы. Какой еще, я это не понял, но удивительное дело. Вот возле леса встретил вот замечательного человека, которого вам сейчас покажу. Добрый день. Здравствуйте всем. Вот он приехал издалека. Издалека, знаете, за 500 километров от того места. Каким-то образом нашел меня по разным знакам. И удивительное дело, я сегодня не собирался абсолютно. Не собирался идти на озеро, но так получилось, что с работы раньше приехал. Тут собаки балуются очередь. Тим. Да. Да. Все непросто. Все непросто. Видите, и собаки сорвали микрофон. И это, ну вот этот человек встретил меня возле по тропинке. Причем я собирался идти по другой тропинке, по лесу. Но вот так удивительно, что нашел. Для людей, видящих, знающих, понимаете, что такие вещи просто так не происходят. Сила всегда ведет человека к чему-то. Почему и как, не могу еще судить, не могу понять. Но вот этот человек уже приезжает сюда второй раз. Первый раз он писал мне, ну, не встретил меня здесь, на этом озере. Здесь вот дождем его, по-моему, поливал, он мне писал в комментариях. Да, очень сильно. Три дня подряд дождь шел. Три дня он сидел под дождем и думал, когда же встречу вот этого странного типа, который там что-то, как говорится, свистит по... Сказки о силе рассказывает. По Ютубу. Ну, вот видите, упорство. И действительно, если человек посылает какой-то запрос во Вселенную, он приходит к нему, приходит вот определенным образом. Не знаю, что вы, конечно, сейчас скажете. Все. Многое может быть. Но вот пусть, может быть, он несколько слов скажет. Как вот у него так получилось вообще? Да, здравствуйте, подписчики. Вот, зовут меня Евгений. Как получилось? Не знаю, как получилось. Хотелось и получилось. Первый раз не получилось, значит, я счел, что, значит, не судьба. Ну вот во второй раз получилось. Прекрасная погода, сегодня дождем в этот раз ничего не поливает, купаюсь на озере, гуляю в лесу. Но встретил уважаемого мистика по тропинке, по которой он ходит на озеро. Ну вот, собственно, и все, дошли до озера, сидим, беседуем. Я очень рад такой встрече, тоже считаю, что это не просто так. Я, собственно, с этим намерением и ехал, что если встретимся, значит судьба, если не встретимся, значит не нужно встречаться. Ну вот, собственно, и это. Сейчас опять микрофон. Да, собаки ведут себя. Ну вот, всем, так сказать, всем сантиментов. Ух. Всем хорошего настроения. Вот. Хорошо, друзья мои, вот видите, такие события странные. Видимо, нужно что-то такое, какой-то предмет силы Евгению подарить. Но это надо еще понять. Сегодня помедитирую, подумаю. Оп, все тут, собаки. Хорошо, друзья мои, видите, все непросто. Видите, камера у нас гуляет, и собаки пробегают тут 10 раз. Тимофей уже ведет себя ужасающим образом, испачкался, не слушается совершенно. Микрофон сорвал. Ну, все они у меня такие эти... Все, сейчас прыгнем. Все, до свидания, дорогие друзья. Видите, как все не очень неказисто, я бы сказал. Но